В этом году 145-летие отмечает ботанический сад Тверского государственного университета. Одно из любимых мест отдыха горожан притягивает к себе даже в нынешние достаточно прохладные октябрьские дни. Впрочем, в ботанический сад приходят не только те, кто хочет полюбоваться разнообразной флорой, но и те, кто хочет поработать на благо этого места. Как, например, это сделали сотрудники Тверского отделения Сбербанка. В ботаническом саду Тверского государственного университета жизнь не прекращается даже с наступлением холодов. У этого места, рассказывает руководитель сада Юрий Наумцев, не бывает сезонов, в которые оно закрыто для гостей. И, конечно, где как ни здесь любоваться насыщенными красками осени. Осень – прекрасное время, а поздняя осень особенно. Именно в это время хочется быть вместе с любимыми, с людьми, которые вам дороги. Это время, как говорят, да, мокрых зонтов, но теплых пледов, горячего чая, теплых объятий и любимых глаз. Поэтому в саду это не просто уместно, это то самое место, где эти чувства оживают. Оживает и сам сад, и в этом ему помогают сотрудники заведения. К примеру, в настоящее время здесь ведется масштабная работа по реконструкции исторической канвы этого места. Так, практически полностью в этом году была восстановлена беседка-ротонда 19 века. Это была архитектурная доминанта. Как раз она позиционировала сад как сад пейзажной Львовской школы, то есть Великой школы пейзажного искусства Тверского, и сад эпохи романтизма и просвещения. И закончена работа уже по цоколю, появилось чугунное литье, осталась только крыша. Сотрудники ботсада надеются, что уже следующей весной гости смогут оценить итог работ по воссозданию исторического объекта, например, на балу тюльпанов. Ежегодное мероприятие проводится в саду с наступлением тепла, а подготовка к нему ведется уже сейчас, в том числе силами друзей учреждения. Так, волонтеры Тверского отделения Сбербанка выступили с инициативой высадить в саду 180 луковиц тюльпанов. Число символическое. В этом году у финансовой организации большой юбилей. Сегодняшняя наша акция приурочена к 180-летию юбилея Сбербанк. И сегодняшние 180 тюльпанов весной следующего года, я надеюсь, станут прекрасным украшением бала тюльпанов и порадуют гостей и жителей города своим прекрасным видом. Примечательно, что это далеко не первая экологическая акция, в которой участвуют волонтеры Сбера. Так, летом этого года сотрудники финансовой организации в рамках «Зеленого марафона» работали здесь же, в ботаническом саду. Были приведены в порядок пешеходные дорожки, убраны старые порубочные остатки. А в сентябре в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» и ESG проекта Сбербанка «Сбереги планету» волонтеры Тверского отделения высадили в лесу под Тверью 20 000 молодых елей.